Так, ну все, я думаю, можно выбираться на поверхность. Шучу, конечно. Мы не нашли тут еще одной вещи. Надо бы еще найти. Книжку на как бы тихую ходьбу. Свифт-сник. В общем, когда мы будем идти в приседе, оно будет. Кстати, где он? Ну что там? Вон. Пошел. А вон тут сундучок. Так, ну скалковый катализатор у нас есть, это уже хорошо. Тихо. Тихо. Там я уже был, там стоит факел. Вот он. Так. Ну что-то мне как-то сейчас не хочется спускаться на землю. Так. Так, это я один не вижу больше сундуков, кроме вот того. Или их больше нет? Тут. Произошло. Он спрятался. Теперь мы можем дойти к тому сундучку. Все, он спрятался. Он подумал, что тут уже все убежали. Все, тихонько лезем. Давайте. Я надеюсь, что там будет свифт-сник. Нам не придется искать еще один сундук. Именно вот тут он где-то и стоял. Нет, он там стоял. Катализатор. Сенсор. Интересно, почему вот лава не реагирует? Он не реагирует на лаву. Это будет. Черт. Так, у меня есть что-то, что можно поставить. Сейчас мы его опять призовем, да? Так, я опять здесь. Но походу там наверху. Черт. А вот и он. Привет, дружбан. Иди туда. Спасибо. Ой-ой. Все. Если вам понравилось, как мы сегодня лазили по биому Deep Dark, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.